Как вы утверждаете, что вы из 2019 года, а вовсе не еретик и не сумасшедший, и вас не надо жечь на костре? Да, ваше преосвященство. Ну что же, предположим, я вам верю, но вот остальные отцы инквизиторы нет. Но ведь не так уж сложно проверить ваше утверждение. Если вы из будущего, то вы знаете, что будет происходить. Итак, когда закончится правление Людовика IX? Я не помню, очень частная дата. Допускаю. Тогда так, чем кончится восьмой крестовый поход? Знаете, я не эксперт в истории. Допускаю. География? Не очень. Математика? Ну, Е равно МЦ квадрат. Что? Неважно, в общем, нет. Геометрия может быть? Это, как его, пифагоровые штаны? Нет. Я пытаюсь вам помочь. Попробуем по-другому. Может, вы что-то расскажете о технологиях будущего, о мироустройстве, науках? Ну, Земля круглая. Спасибо, вы в курсе. Что-то еще? Ну, в наше время есть электричество. Уже интереснее, что это? В общем, такая штука, на которой работает почти все в мире. Можете поподробнее объяснить? Ну, там электроны бегут по проводкам, плюс-минус, блин. Вы можете добыть электричество, продемонстрировать его работу? Ну, типа там нет. Может, хоть есть какие-то полезные навыки, знания из будущего у вас есть? Жгите меня нафиг!